В ходе проведенных мероприятий были установлены анкетные данные гражданина, который постоянного места жительства в городе Мариуполе не имел, периодически работал на мойке и снимал жилье у заявительницы. Так как пояснила гражданка, в вечернее время подозреваемый пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, после чего повалил ее на кровать, прикрыв рукой рот и угрожая физической расправой, изнасиловал ее. Заявительница, когда сдавала комнаты в аренду, она у всех своих квартиросъемщиков брала ксерокопии паспортов. Однако после случившегося она выбежала из дома, чтобы позвать на помощь соседей, а подозреваемый остался в доме. Когда приехала следственно-оперативная группа, она хотела предоставить его документы, однако ксерокопию паспорта, которую она ложила в сервант, на месте не оказалось, то есть подозреваемый ее забрал с собой. Он все рассчитал, он действовал здраво, полностью адекватно.